Красной армии впереди еще не одна война. И для победы ей нужны танки. Настоящие. Такие, чтоб в пекле не плавились. 1,5 тонны дизеля на каждый танк. Дополнительные баки пронесем на броню. Вот тебе необходимый пробег, вот тебе и демонстрация возможностей новой советской техники. Минус в том, что вы собираетесь погнать через полстраны два секретных образца военной техники. Без приказа сверху мое ведомство это не согласует. Мое разрешение, считайте, у вас есть. Образцы секретные, так что и операция ваша, считайте, тоже секретная. Харьков, Москва. Вот мы, пробег и намотаем. Эта разработка русских может стоить нам больших неприятностей в будущем. Эти танки должны исчезнуть. Заводи, дядь Вася. Поехали. Под броню, Пётр! Каким образом группа превосходно обученных специалистов не может справиться с 5 гражданскими? Армию выживать!